вкусно. Скутно. Невкусно. Невкусно. Вкусно. 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 Не скучно. Alright. Русакарай. What? No. No good? Соленый огурец. Смотрите, какое лицо. Невкусно. Невкусно. Окей. Соленый огурец, друзья, невкусно. You can make poo. Yes. Если вы дальше увидите, что мы поехали на Патонг, значит, все хорошо, все пронесло. Если же не все хорошо и наоборот пронесло, значит, Патонга не будет. Всем спасибо. Друзья, могу сказать, ночка, конечно, на Бангла Роуд прошла очень бурно. Все-таки из нашего тайского друга все вышло, но вот я не могу знать, русская это была еда или все-таки, скорее всего, количество выпитых коктейлей, алкогольных коктейлей, которые он принял в клубе. Мы пошли в ночной клуб, который называется Сахар, Шуга. Там, значит, такая система. Оплачиваешь 1000 бат, и 2,5 часа ты можешь подходить к бару и выбирать разные коктейли, принимать их, ничего больше не оплачивая. Таким образом, наш тайский друг, не видя берегов, перепробовал все коктейли. И, конечно же, после всего выпитого своими ногами он из клуба уже пойти не смог, и мы его выносили. В общем, короче говоря, отдохнули просто прекрасно. Но, несмотря на это, в 6 часов нас ждало путешествие, в которое мы обязательно отправились. Мы поплыли на Суринские острова. Сразу же, забегая вперед, не могу сказать, что эти острова прекраснее Семиланских островов или Пхи-Пхи. Они хороши, они красивы. Сами острова довольно живописные, там водятся очень редкие черепашки, которые откладывают яйца. Люди очень тщательно следят за их гнездами, оберегают их, там водятся очень редкие птицы. И вообще виды красивые, вода красивая, природа практически не тронутая. Конечно же, национальные заповедники – это всегда какое-то повышенное ощущение человек и природа. Для тех, кто ценит дайвинг, там один из лучших дайвингов в Таиланде. Но я поехал на острова не ради воды и не ради дайвинга. Я поехал туда, на определенный остров, потому что там проживают аборигены. Это морские цыгане Макены. Они живут на острове более 100 лет. У них там свое поселение, своя жизнь. Эти люди абсолютно не умеют читать, не умеют писать. Они не знают, сколько им лет. Но тем не менее, видно, что они проживают свою жизнь счастливо. Мужчины занимаются рыболовством. И, кстати, они аномально глубоко умеют погружаться под воду без аквалангов. Женщины занимаются бытом, следят за детьми и делают украшения, которые продают туристам. Эта жизнь определенно отличается от нашей с вами жизни, их быт, все, что они видят. Это, конечно же,
мир без цивилизации – это абсолютно другой мир, но я считаю, что это абсолютно прекрасный другой мир. Я впервые в жизни побывал в такой атмосфере, никогда раньше я не видел, как живут аборигены, никогда не заглядывал в их жилища. Меня, конечно, эта поездка впечатлила очень, мне очень понравилось. Я очень хотел и купил эти украшения. Я долго думал, у кого же я куплю эти украшения. Я шел по деревне и думал, кому же я проникнусь. И больше всего мне понравилась семья, которая живет в конце деревни справа. Я не могу знать, это мама или старшая сестра, маленькая девочка и мальчик, но они были абсолютно светлые, абсолютно чистые люди. Девочка ела макароны и была настолько счастливая, была настолько искренней, настолько светлой, что эти люди меня, конечно же, покорили. Я купил у них сувениры, пообщался с ними, сделал фотографии. Я считаю, очень важно побывать в жизни, где другая цивилизация, немножечко, может быть, посмотреть на свою жизнь с другой стороны, потому что, может быть, мы живем в какой-то гонке, в какой-то повышенной активности, а жизнь, она немножечко про другое, немножечко про счастье. Конечно же, я не могу сказать, что я так хочу жить, но все-таки что-то оттуда нам тоже нужно обязательно сохранить, поэтому острова Сурин произвели неизгладимое впечатление. Друзья, мы сегодня побывали на кабаре-шоу «Саймон». Я могу сказать, что мне очень понравилось. Я вообще очень люблю шоу, очень люблю кабаре и все, что с этим связано, потому что мое высшее хореографическое образование и огромный опыт работы на сцене, в ночных клубах и в кабаре-шоу, скажем так, дает мне возможность сформировать профессиональную точку зрения. И я могу сказать, что «Саймон-шоу» кабаре очень высокого уровня. Мне очень нравится, что они ушли от стандартов, что они убрали эти заезженные номера, профиль анфас, мальчик-девочка. Они убрали эти старые заезженные песни, София Ротару, Наташа Королева и так далее, и так далее. Этого ничего нет. Они все стилизовали под современное. И теперь это станет интересным не только профессиональным людям, но и людям, которые в этом ничего не понимают и пришли просто, скажем так, провести свое время хорошо. Поэтому Саймон Шоу я очень рекомендую. В сезон 3 шоу в 6 часов, в 7.30 и в 9 вечера. Билеты стоят 1000 бат. VIP-билеты – это передние ряды. И 800 бат – отдаленные места. К сожалению, снимать нельзя, поэтому я вам не смогу ничего показать. Все, что я смогу сделать, это сформировать свою точку зрения и, скажем так, сделать свои выводы и порекомендовать вам шоу Саймон, потому что мне шоу очень понравилось, и я вам его рекомендую включить в культурную программу вашего времяпровождения на Пхукете. Thank you.
Ребятки, куда мы сейчас приехали, вы не представляете, здесь такая красота, и я так высоко. Я постараюсь как можно дольше оттянуть тот момент, чтобы не переехать на Пхукет, потому что такая возможность у меня есть, я могу жить и здесь, несмотря на то, что живу я в Паттайе, потому что это рядом с Бангкоком, я говорил очень много об этом, и мне это очень удобно для организации моих дел и моей жизни в Таиланде. Но тем не менее, Пхукет — это моя душа, это моя любовь, и, конечно, когда-нибудь я сюда перееду. Но я хочу максимально долго сохранить то ощущение эйфории, которое я получаю, когда я приезжаю сюда как турист. Вот когда я буду жить здесь, наверняка ощущения будут другие. Ощущения самого незабываемого отдыха, который бывает в моей жизни, я всегда получаю на Пхукете. Поэтому это мой абсолютно любимый курорт. Обязательно радуйте себя, обязательно балуйте себя, обязательно вкладывайте деньги в эмоции, обязательно делайте для себя праздник. Жизнь — это праздник, только в этом случае, если вы для себя сделаете ее такой. Потому что никто ничего не должен нам соорганизовать. У кого-то жизнь скучная, они постоянно ругают всех, ругают все, недовольны всеми, но только не собой. У меня тоже бывали такие периоды, а потом я понимаю, так это я сам никуда не иду, ничего не делаю, ничего не организовываю. Это полностью зависит от нас. Вот у меня много в жизни произошло событий, даже в этом году, но вот сейчас, находясь на отдыхе, получая вот эту энергию от отдыха, когда я вернусь домой, у меня такая будет новая энергия, у меня столько возникло новых идей, у меня обязательно будут новые проекты, новые дела, потому что тот, кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Поэтому живите для себя, здоровый эгоизм – это очень важно, балуйте себя, покупайте для себя только лучшее, организовывайте для себя только лучшие путешествия, ешьте только лучшую еду, делайте для себя все только самое-самое лучшее, потому что живем один раз. Мои зрители и мои юные зрители, я приехал на локацию, которую я сегодня вам покажу, которая оставила для меня абсолютно неизгладимые впечатления. Дело в том, что эта локация – это абсолютно полное олицетворение моего детского мира. Я вообще в детстве был большим мечтателем. Мое самое-самое главное увлечение было – поскорее бы закончился день, я пойду в свою детскую комнату и буду мечтать. Я мечтал о другом мире, о красочном. В этом мире масштабы были такие, которые я хотел. Цвета и краски были такие, которые я хотел. В этом мире я мечтал о своем детстве, о своем каком-то творческом воплощении, о своей жизни. И я считаю, что моя жизнь сегодня – это тоже, конечно же, воплощение всех моих детских мечт. Потому что мало того, что нужно мечтать, нужно, конечно же, действовать и воплощать свои мечты в реальность. Помимо того, что здесь есть шопинг, можно купить одежду, сувениры, украшения, драгоценности. Здесь огромное количество детских локаций, каких-то активностей.
игры, анимация, абсолютно все. Здесь дети любого возраста будут счастливы. Здесь просто детский мир абсолютно без границ. Вы можете экскурсию взять вместе с ужином или без. Если вы возьмете с ужином, то перед вами открывается тоже огромный ресторан, где еда в режиме шведского стола, all-inclusive, тайская и европейская. Когда вы нагуляетесь, наиграетесь, вы сможете поесть и снова вернуться на локации, потому что все, что вы увидите в моем видео, это такая маленькая часть огромной гигантской локации, которая посвящена детям и взрослым, которые внутри, конечно же, такие же дети. Я, конечно, не смогу вам показать основное шоу, потому что снимать нельзя, но поверьте мне, таких масштабов я не видел. Там на сцену выезжали декорации размером с Boeing. Таким образом, Carnival Magic или магический карнавал, именно так называется эта локация, я искренне рекомендую всем. Ребятки, отдых проходит великолепно, и все-таки Пхукет подтверждает статус для меня, скажем так, самого любимого курорта в Таиланде, потому что он абсолютно разнообразный. Ночная жизнь, дневная жизнь, острова, пляжи, все прекрасно, потому что всего очень много и есть выбор. Поэтому эмоции от отдыха во мне бушуют очень разные. Кстати, я могу показать все, что во мне сейчас происходит от моего отдыха на Пхукете. Смотрите. На этом я хочу закончить свое видео. Я буду очень благодарен за ваши лайки, за ваши комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал и не забудьте нажать колокольчик, потому что мы с вами обязательно встретимся в моих новых видео и в Таиланде. С вами был Ренат Таиланд из Таиланда. Пока-пока!